Смотрите сегодня в 20:30 в службе новостей «Город» на Первом городском канале. Купила для заряда бодрости, а попала в реанимацию. Калининградка отравилась энергетическим напитком с запахом ацетона. Теракт во Франции. Николай Цуканов выразил соболезнования, а Александр Ярошук рассказал о состоянии своей семьи, которая живет рядом с Ниццей. Главнее всего погода в доме. У калининградцев на улице Чаадаева дождь идет прямо с потолка. Почему сгоревшую полгода назад крышу здания до сих пор не восстановили? Об этих и других новостях корреспонденты Первого городского расскажут вам сегодня в 20:30 в службе новостей «Город».